Весна на PlayRock, наступили весенние скидки, большая распродажа товаров со скидками до 90%. 400 робуксов по скидке 40% за 599 рублей, 800 робуксов со скидкой 46% за 1079 рублей, 1700 робуксов по скидке 16% за 2099 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Сотни тысяч игроков покупают товары в любимые игры через PlayRock. Рейтинг 5.0, более 800 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Донат через официальный магазин, покупать здесь надежно и безопасно. В честь весны PlayRock запустил весенний розыгрыш, выполняя условия и собирая 1000 рублей на баланс. Акция ограничена. Забирай подарки, покупай выгодно. По ссылочке в описании. Огромный приветос. Думал, вот 17 часов и бисмоса нет, а хрена. Знаешь, что он это выпускает? Какие сообщения? Сказать какие, да? Сейчас увидишь. Значит, мне пишет Хаято первый. Пишет сообщение от Анетта, продление бисмоса. Анет продлит бисмос ровно на одну неделю. Перед концом Анет включит табличку, оповещающую о перезагрузке серверов. И после перезагрузит. Снижение сложности бисмос-квестов и бонус. Анет написал, что снизит сложность квеста палочника и бибира, но пока неизвестно, что именно он изменит. А те, кто уже выполнил пункты, которые будут снижены в требовании, получат дополнительную награду, которую пока тоже неизвестно. Ну или какую. Что сказать? Чё? Бисмос снова продлевают на неделю. Рад ли нет? Как вы хотите? Радоваться или плакать? Типа, вот, смотри, Дискорд. Это все официально. Можешь зайти в Дискорд Анетта. Так, сейчас. Сам найду его Дискорд. А, вот он написал. Пожалуйста, все официально, ребята. Вот оно. Берете, переводите. Да ладно, так и быть, переведу. Только лайк поставьте, не скупитесь, сколько можно. Пишет он здесь как раз-таки. Я перезагружусь завтра, чтобы продлить таймер еще на неделю и уменьшить некоторые из более сложных требований квестов. Бисмос, Бибир, Стикбак. Это будет последнее продление события. То есть вот все, последнее продление бисмоса. Вот. Когда он будет перезагружаться, сделает потом после этого промокод. Так что еще промокод ждите. Все, подписочку, колокольчик, лайк, чтобы не пропустить это все, что сейчас он это будет выполнять. Движуха возвращается всем для пчелода. Ого. Я веселый, ну типа я в шоке. Как бы алло. Самый долгий бисмос за всю историю игры. 5 лет игры. И самый долгий бисмос, который перейдет даже в май. Обалдеть. Но еще один повод поиграть на майских праздниках в Бисформ. Вот, все, всех благодарю за просмотр. Вот такой короткий, понятный, классный, крутой видос. Наверное, так оно и есть. Поэтому увидимся в новых видео и счастливо, давай.